уникальная флора и фауна, краснокнижные птицы, редкие виды бабочек, историческая архитектура. Красота Ленинского городского округа притягивает туристов и ценится жителями. Теперь любой желающий может принять участие в конкурсе, запечатлев виды муниципалитета и отправив свое фото на электронную почту библиотеки. Для чего это такой конкурс? Для того, чтобы повысить культуру, экологическую культуру жителей Ленинского городского округа. Чтобы каждый смог остановиться на секунду, посмотреть, как ему повезло, в какой красоте он живет, сделать пару фотографий и обратить внимание на то, что где-то, возможно, что-то нужно убрать после себя и не оставлять за собой никакого мусора. Конкурс продлится до 15 августа. Некоторые жители уже отправили свои снимки на почту библиотеки, а некоторые только собираются и обдумывают, что будут фотографировать. Хотел бы ты поучаствовать в конкурсе, который посвящен природе? Да. После того, как я переехала в Видное, мне нравятся лесопарки. В них очень интересно. Итоги конкурса будут подведены до 24 августа. Успейте принять участие и вы. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.